Оборванные провода, обломанные ветки, разгулявшийся ветер до 25 метров в секунду внес свои коррективы в привычную картину жизни анапчан и добавил работы дежурным группам предприятий энергосетей. На устранение поломок и обрывов сразу после ливня выехали 6 аварийно-ремонтных бригад. В понедельник в городе отрабатывали точечные заявки 5 групп и в течение дня устранили поломки по всем адресам. Поваленные деревья, обломанные ветки с дорог и тротуаров забирают и распиливают работники предприятия «Зеленстрой», работают по заявкам и самостоятельно объезжают улицы курорта. Работают с привлечением спецтехники и крана. Под лезвие пилы попадают уже надломленные ветром ветки и представляющие угрозу при сильном ветре. Срезают и нависшие над проводами, чтобы предотвратить аварии. За обработкой деревьев в районе музея Горгипия на пост наблюдения вышли сотрудники музея. Зеленая пышная крона, закрывающая окна здания от солнца, ушла под спил. В целях безопасности каждую ветку сотрудники «Зеленстроя» спиливают по необходимости и только в том случае, если они являются угрозой при штормовой погоде.